Денег нету. Кредиты взять невозможно, субсидируемые. Сложно, сложно. Я не знаю, как мы будем сеять. Спасибо большое. Аплодисменты за свои слова получил директор Бирюсы. Это одно из крупнейших растениеводческих хозяйств Хакасии. Александр Щербаков рассказал губернатору, что у расхваленные субсидированные кредиты получить практически нереально. Банки ставят слишком жесткие условия. А еще дорогое топливо, электроэнергия и даже удобрения. Молочники пожаловались на низкие закупочные цены, которые диктуют им переработчики. Цена на молоко, она очень низкая. Они сказали 5 рублей, значит 5 рублей. Они сказали 3 рубля, значит 3 рубля. Иначе нам молоко деть некуда. Мы уже порабатывали с ними, разговаривали. Это низкое качество молока, которое вы предоставляете. А как же они из низкого качества молока делают нормальную продукцию? Хотелось бы очень даже знать. Вот. Кстати, министр сельского хозяйства пообещал разобраться в планах собрать фермеров и переработчиков и все обсудить. В итоге двухчасового совещания конкретных решений или предложений от правительства фермеры не услышали. Но губернатор пообещал сельхозников не бросать и чаще встречаться с фермерами. Понимать, где действительно нужна поддержка, потому что средства они действительно ограничены. И с другой стороны, действительно, одной региональной поддержкой, одним региональным бюджетом мы тут явно не обойдемся. Поэтому вот те предложения, которые были, отрабатывать на федеральном уровне с правительством, с президентом,